Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Вот мы опять в Теплодаре. Коля вытащил очередного карася. Молодец. На поплавок. У меня все стоит на мормышку. Работает пока поплавочные удочки. Немножко уже поймали. Так. Наверху. Не тонет. Так тонет или не тонет? Не тонет. А где у тебя? А, у тебя мормышка здесь стоит. Я понял. Нет. Я думал, там грузик. Нет, грузика нет. Я тебе сейчас еще один крючок привяжу. Так я же тебе говорил, что салатов будет работать. На, тебе еще один крючочек и хватит, сам больше не занесал сюда. Сейчас по чайной ложке. Песком. И получилось очень даже шикарно. Вот она. Какая прелесть. Каждый мотылик отдельный. Поклевки такие нежные. Я не заметил, как у тебя клюнуло даже. Да я же не помню. Ага. Ой.
что подходит к концу наша рыбалка. Вот это вот улов, который поймал вот этот человек. А ну повернись ко мне лицом. О, вот это оно. Так, мой немножко меньше, но там в другом пакете. Ну, такой каратик клюет теплодари. Это вот товарищ поехал первый раз. Всегда, говорят, везет новичкам. Это хорошо. Значит, в следующий раз он опять приедет. Потому что ему повезло. Держи крюк. Так, все, будьте здоровы. Не восстанет чешуи.